Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажи запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим на iPhone 6s Plus слуховой динамик. Приступим. Для начала нам необходимо открутить два нижних винтика. Далее отщелкаем дисплейный модуль от корпуса. Это вы можете сделать металлической лопаткой, либо медиатором. Не советуем вам отщелкивать, то есть открывать дисплейный модуль, это присоской, так как вы отрываете дисплейный модуль от корпуса. Далее откручиваем еще пару винтиков. Вынимаем ее. Отщелкиваем шлейфа от печатной платы. Теперь нам необходимо открутить три винтика металлической защиты динамика. Вынимаем неисправный слуховой динамик и устанавливаем новый. И делаем все в обратной последовательности. Если на вашем аппарате не работает слуховой динамик, то в 80% случаев, ну даже поменьше, в 70% случаев вам поможет его замена. В 30% случаев это либо попадание влаги, либо неисправен верхний шлейф, либо проблемы на печатной плате. Далее нам необходимо подсоединить дисплейный модуль к печатной плате. Устанавливаем металлическую защиту и прикручиваем ее. Не путайте винтики, у них разные размеры. Все вкрутили. Теперь нам необходимо защелкнуть дисплейный модуль. И закрутить два нижних винтика. И все. Мы вам показали, как заменить слуховой динамик на iPhone 6s Plus. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.